И куда же нам отправиться в путешествие? Конечно же, к морю. И всегда в этих сборах, в путешествие, есть один самый чудесный день, который запоминают все. Это последний день перед дорогой. Песня под названием «Мы завтра едем к морю». Папа думал, что он паспорт потерял, а это мама паспорт постирала. Дети папин паспорт.